Привет, парни и девчонки! Сегодня у меня день рождения, и в честь моего праздника я решил сделать подарок моим подписчикам, то есть вам. Я подумал и принял решение провести первый небольшой конкурс на своем канале, а точнее розыгрыш. Итак, в первом конкурсе я предлагаю вам выиграть фигурку Неда Фландерса из последней серии мини-фигурок от Лего. Фигурку вышли в любую страну, к ней я приложу буклет и пакетик. Как вы понимаете, фигурку я открыл, но она абсолютно новая. Что нужно сделать для победы, спросите вы? Все очень просто. Во-первых, вы должны подписаться на мой канал, поделиться этим видео в любой социальной сети. Во-вторых, подписаться на мой блог ВКонтакте и поделиться новостью об этом конкурсе там же ВКонтакте. И ответить на вопросы, которые я задам в этом видео. Ответы напишите в комментариях здесь на YouTube под видео. А также пришлите мне на e-mail письмо, в котором укажите ваш ник ВКонтакте, ваш ник на YouTube и ссылки на репосты. Через 2 недели, а именно 31 мая, вечером, случайным образом, будет выбран победитель. Довожу до вашего сведения, правильность ответов не влияет на то, победители вы или нет. Итак, первый вопрос. Как вы считаете, сколько мне лет? Второй. Когда каналу «Сын, отец и игрушки» исполнится 1 год. Третий будет не то чтобы вопрос. Напишите, почему именно вы должны получить эту фигурку. Искренне желаю всем удачи, хотя прекрасно понимаю, что победит лишь один. Благодарю вас за внимание. Вне зависимости от того, будете ли вы участвовать или нет, не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк. А пока это все. Пока-пока.